надо продолжать в том же духе. Но вот здесь еще и клюшка ломается у Далмана. Бросок Алтонина 1-1. Ну вот так выжимает практически по максимуму Витязь в этом первом периоде. Да, команда вынуждена была в основном защищаться. Защищалась она не без проблем. Там тебе и два удаления, и пропущенная шайба. Абсолютно логично. Но где Борис заработал-то в 2 минуты штрафа? На чужой синей линии. Климонтов зачем-то пошел бить Семина. Ну и вот Витязь наказывает своего соперника. Миро Алтонен. 10-й гол в сезоне.